меня пока нету. Папок не появился. Поехали. Она пиздит еще. Может, он ошибется, и мы достанем его? Неплохо, чуть дальше. Во-во, появились папки, все. Вот одна. Прямо здесь можно задание какое-то сделать. Давайте сделаем. Поднять типа что-то там. Это тут что-то зеленое. Да, давай сделаем. Поднимай. А, там пушка какая-то. Этого надо было взять живым, чтобы запугать и его, и дружков. И что, просрали. А что вы... Кого-то шлепнули. А как я его убил? Ты шлепнул чувака, который нужен для хвоста, красава. А, ну, в принципе, ничего нового. А ты почему мертвый? Меня задом убило. Блять, ору в голос! Тима, пора в медика играть. Станислав, а ты че мертвый-то такой? Это твой мотоцикл богомерзкий. Спасатель Малибу прибежал, блядь. Причем, знаешь, на полном серьезе. О, давай, давай, готовься, сейчас надо... Это есть, британцы. Есть, атака идет, давай, британцы, давай, на оборону. Британцы. Нет, что? Это британцы, мать британцы, твою, британцы. Да? Точно, а что-то они под водой уже. Они погружаются, это нормально, так в Британии всегда было. Помогать не будем. Они сейчас... О, пираты, 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 пираты. А почему корабль всплыл только что? Это нормально. Они... Мне пушкой прямым ёбнули, Ром. В тебе? Тебя убило? Прям в меня. Не, у меня хп отвалилось, я даже не знаю, сколько у меня. Боже. А, кто-то... слушай, у меня написано, две дыры, no pumps, sinking. Мы типа тонем, да? Да-да-да-да-да, пробойно, пробойно. А, все, я умер почему-то. Я так не понимаю, почему тебя добил, у тебя кровотечение, небось, ты подтекал. А, я подтекал. Я взял кружечку чая. Слушай, и... я умер и сразу же появился. Смотри, смотри, вот я опасен. У нас есть помпа, мы можем откачивать воду. Сэр, чаю. А где ты взял? Я хочу тоже чать. Четверку жми. Четверку? Четверку, да. О, самое время. Кажется, мы тонем, сэр. Мне кажется, по нам стреляют. Чаю? Чаю, сэр? Присоединяйтесь! По нам стреляют! Не время! У нас чаепитие! Война войной, а чай по расписанию! Господин, чаю? Господин! По-моему, пираты что-то заподозрили! Боже, куда он порвало? Рома, пора помпу использовать, я качаю. Что-то пошло не так, у нас три дыры в корабле. Помпа не работает, Ром, чини. Фу, я в топчике. Игра 8. Да. Красавчик, лучший. 8 фрагов, а? 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 3 ассиста. 8 фрагов, у тебя молодец какой. Да ты что? Ты как будто завидуешь мне. Это больше, чем обычно мои 2 или 1. Джейсон Стэтхэм завидует Сталлоне. Ну такое, глупо вообще. А почему нет? Сталлоне успешный, у него есть дети. И в порнухе снимался. Да. Отлично. А этот снимался в каких-то механиках всего лишь. Папа, ну, чего ты добился в этой жизни? Да я в порнухе снимался. А, холё-холё. Дай посмотреть. А какой у тебя псевдоним был? Джонни Коксвилл, блядь. Я зря полез, я думал, что я там один только. Понятно. Извиняй, я по звуку просто. Я, блядь, иду, думаю, хмельник, все на расслабоне, бегусь. Все как всегда, уже отдыхать собрался. Заходи, 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 там тайминг идет по захвату. Блять. Блять, кого ты лечил? Да ты перепутал, что ты сразу? Я хотел себе стрельнуть. Смотри, как парень прикрыл, блядь. Стенку подхилял, говорит. Я в ЖЭКе раньше работал, так оно нормально проходит. Здание не болей. Здание не болей, да? Да, здание. Тебе надо скотч было дать, чтобы ты заклеивал стенки. Сука, наркоман. Блядь, так очень, знаешь, испугался медик, блядь. Так. Боже, вот это габарит. Так что, кто сдох, кто подскажет по-быстрому.
Блять, я что-то не вот. То взял. Блять, я опять не то взял. Как спиниться? Нихуя, ладно. Я нахуй, брат! Я не там запарковался. Опять что ли? А, Кирилл, тебе не кажется это чрезвычайно? Ты... Е, нажми. Тебе не кажется, я застрял, Кирилл, опять, блядь. Е, нажми, Е, нажми. Не могу. Давай чекать бочки. Они чекают бочки, инвалиды. Вы еще компы чекаете. Стас, это я уже пошуми, убил. Да-да-да, пошуми, подскажи парням, а то они долго будут не искать. Не ты меня убил, меня гравитация убила, бессердечная сука. Слушай, а можно я полетать? Я тебя выпустил целый магазин. А похер, меня гравитация ёбнула. Кирилл, ты пока в безопасности, можешь не ссать. Они тут, блядь, ремонтом занимаются. Тихо-тихо-тихо. Сейчас самое интересное будет. Что хуйня? Где? Где? А где? А где это был? Да, Хмель? Power level? Что? Power overwhelming, да? Давай-давай-давай. Посмотри, как Мелик будет искать. Окей. Давай. Мелик, как там? Мать ваша, что происходит? Он все подряд расстреливает, что ли? Я понимаю, нас... Парни, парни, что? Что случилось? Смотри, смотри, смотри. Там шкаф плывет. Тихо-тихо-тихо-тихо. У меня черный экран, у меня проблемы. Парни. I dream about cheese. Да, он не понимает вообще, что происходит. Тим, ты как там? Где там вообще? Да вон он, ну что, непонятно? Вы что, вы найти не можете? Оля. Стол, что ли, блядь? Лонли. Может, подсказку дать, а? Конечно. Пошуми, пошуми, подскажи. Я тебе и так шумлю уже. F3 нажимай. Во, подсказывай, где он там? Давай. Смотри, смотри, он засыпал. Боже, его засыпало! Его прибило? Да, 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 столом прибило. Еще один, блядь! Его там мазал. Парни, несите медаль Дарвина, отвечаю, пригодится. Так, ну давай здесь будем. Ой, сколько здесь жиденького. Вам нахрен назад. Все, не выезжайте первыми, не вздумайте. Не вздумайте даже. Танкану за тебя. А не надо танкануть за меня, я сам тебя сейчас танкану тут, слышь? Дима, давай держать, будем как броня стоять. Держи фланг. Во-во-во, будем отстреливаться просто. Так, все, выезжаю на пилоточников. Вы просто прикрывайте, чтобы они меня не закруселили. Все, мы делаем вид, что стреляем. Ну, такое, чисто в небо. И сам не стреляй в них, чтобы они тебя не боялись. Сука, ну почему? А я не попадаю. По-моему, там ХП куда-то ушло. Я не выезжал. Оказывается, он тебя пробивает, оказывается, нужна помощь. Ну, как он меня законтролил там? Меня пилотка пробивает голдой. Голдой ты меня хорош, пробивает, ну прикройте же. Все, мне пиздец. Не туда поехал. Спрятался, мы его не видим. От нас, давай этого влево убьем. Ну вы давай. Видите, что происходит? Кады давай, забирай. Да все, ну три. Ну альфа, ну шо ж. Ребята, шо же пилотка только что вы нагнула Джова. Да-да. Да покупайте пилота. Ну помогите же мне! Царство тебе небесного. Ты что-то слышал или нам показалось? Иси, бени, беси, сын мой. Почему эта мразь меня нагнула? Почему? Пилотка, говорит, говно. Не делай плохих премов. Почему вы мне не помогли? Мысли, ты сам сказал. Погоди, ты сказал, едьте назад, вы мне тут мешаете. Не прикрывайте меня, вы меня не прикрыли, он меня закружил. Я не слышу, вы прикрываете. Закружил меня. Дим, ты слышал, он говорил... Парни, едьте, не танкуйте. Да, да, да. Танкую. Был такой, Ром? Да, абсолютно, я подтверждаю твои слова. Вот. А теперь, типа, мы должны были на передовой стоять, его, значит, крыть. Поехали на передовой. Подожди, он сказал, ехать на передовой, поехали. Нет, все, теперь едем, все. Все, мы едем, все. Вот ты видишь, мы едем. Не прячемся точно? Нет. Все, вот теперь давай посмотри. Я стрелять начал, можно? Давай, давай, покажи, как им. Пилот, подожди, ты так победил Джоу, его нельзя просто убить. Давай уезжаем от него, я разворачиваюсь. Тихо, упрячемся в боеукладку. Зачем ты его взорвал, мать его? Блин, а как это так? Подожди, ты... его что, пробиваю? А сколько тебе пробить? 400?
Да, но это только на ББшках. А ты с лазергана хуйнул, что ли? Как ты это сделал? Не знаю, я гайды Джоу смотрел. А, ты нашел слабую позицию. Я пробил пилота, ребят. Пилот нагнул. Слушай, Джоу, я пробил пилота. А, дай мне реплейчик, я потом запишу, расскажу, как он пробивается. Слабое место нет, покажу. Нет, картошка забанит, ты чё. Я просто взять и пробить пилота и убить пилота. Хорошо, голова не вывалилась. Ну, объект 140, там привет. Привет, как дела? Он стрелял? Я его не пробил. Нет. Так что там стрелял? Он 5 секунд перезаряжается, какая разница? Не, пацаны, надо отсюда валить, вы шо, вон. Да не надо, старый нагиб. Старый нагиб, все нормально. Старый нагиб. Слушай, а шапочка у ебята все так же не бьется? Я просто давно конечно, не играл. Конечно, голдой особенно бьется. Сереж, как там броня? Да, заебись. Не, на голде есть шар. Сережа, не прячется меня, Сереж. А что, старый отдаст не играл? Только пытался, блядь. Ну ладно, я понял. Арты нет, но ты держись. Садись, поведешь. А что, он одноместный? Блять, он одноместный. Че, кого я тут наделся? Довести. Так, а куда мы с вами поедем? Анна, верховный задание. Руководитель повстанцев Амору захвачен картелем. Вытрясите из офицера Санта-Бланки его местонахождение. Санта-Бланка, найдите и освободите. Ай-яй-яй-яй. Санта-Бланка, ай-яй-яй-яй. Тут, кстати, можно слететь в мотоцикл самым невероятным способом. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Просто... Вот это вот как-то так? Мама, я умею летать! У тебя, кажется, ноги сломались. Слушай, ничего, что я тебя трогаю? Сука, мать твою! Сука, мать твою, все нормально! Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали вот потом какой-то. Эти припасы. Слышишь, я вижу прямо отсюда какого-то мудозвона. Снайпер. Снайпер. На вышке. Нет снайпера. Этот готов. Тут орла запустил. Хорошо постреляли. Зачищаем и уходим. Можно орла уронить? О, кстати, а это на дрочке катаемся. Ты ебаный пиздец. Птичку. Жалко. Так, короче, рассказываю. Подъезжаем, выпрыгиваем и быстро ложишься на пол. Просто за джип прячешься. За ящики джип. Лутаем молниеносно и... Так, давай. Врываемся, как Битлборги в лучшие годы. А он на доме будет, на доме будет. Вот Джойсик дому, на... дому Джо... Бля, куда ты поехал? Подожди, я отъеду, он еще не сел. Да мы бы в дом зажодились, прижались бы и туда пиу-пиу-пиу. Где он садится? Я не вижу. Мне не хватает... Во-во-во, вот прямо, где, вот здесь сядет. Левее. Нравится нельзя, тихо. Вижу. Лови его в машины, давай на машине увезем его куда-нибудь. Ура, топ идея, гоу-гоу-гоу. Давай. Повези его нахуй! Повези! Все, выходи, тормози. Да повезли его отсюда, повезли к нашему домику. Просто охуевшие парни увезли, просто сюрприз. Он вывалился. Так, давай заберем его просто, залутаем. Я чувствую, к концу стрима у всех глаза будут дергаться чуть-чуть. 28 месяцев подписки, Дёня! Спасибо большое за подписку, за поддержку, друг. Добро пожаловать снова в нашу семью. Да, ты с неё не выходишь даже. Я представляю на день рождения. Максимка, поздравляю, ты 20 лет подписался в нашу семью, поздравляю. 20 миллионов лет. Присаживайся, ты наконец-то нам нужен. В Рому бесики вселились. Бесики, это тараканы, это ничего страшного. Бесики? Что за бесики? Такие маленькие бесики. Мне жарко стало, даже уберу. Ну что делать, если мне везет быть монстром? Ты маньяк, а не монстр. Я хорошо Рома, отыгрываю свою роль. Ты маньяк. Бе. Я представляю, опа. Судья мне такое скажет. Так, Роман Сергеевич, вы готовы зачитать приговор? Да. Вы маньяк. Бе. Защита что-то скажет? Так, что делаем, алло? Нет, судя по звуку, кто-то уже утонул.
Так, ну что, время попить, Ром. Так. Давай выпьем за нашу победу, стой. Не думаю, что это можно пить. Бля, выпьем нормально. Выпей вместе со мной, что ты стал? Как, ты что, бросил ядро? Что ты сделал? Как это граната. А, ты ее взял, типа? Слышь, старый, блядь, иди сюда. Ты меня чё, розочкой? Сюда иди, сюда иди. Дикий. Он стоит там, да, держится? Да-да-да, его поставили, а чё, тебе не рисуется? Боже, ребят, у нас союзники... Я попал. Такие довны. Я 100% уже залетел. Просто. Он перестал светить. Там, походу, он встал, у него сетка рубилась за 3 дня. Замаскировался. Погоди, давай туда же еще раз. Я всегда там качаю сеткой с трубой. Парень, зачем светиться, парень? Он был сеткой и сдвинулся. Решил роковую ошибку. Чё вы там высыкаете? Слушайте, надо ему разложиться было в том же месте, маленький дот сделать. 8500, друзья! Вообще близок, ты близок, смотри. Ты никогда так близок не был. К провалу. И, если у тебя набит урон, не, зачем ты тут стреляешь? У меня не набит урон. Нет. Боже. Ты близок. Вот чуть-чуть остался. Прям чую. Победой уже попахивает. Хотя, может, и не победа. Ну, не важно. Батя, мне один урон надо сделать. Давай, давай, я смотрю на него. Я дотанковал. Господи. Парня, пока он едет, мы можем... Пока там Джофф молится, а мы... Слышишь, я прям слышу, как плачет икона уже. Так, я поехал, короче, на них. Мне один урон. Ну я... Ну Санчи, Бата, ты чё? Ну, он справа от тебя. Бата, Санчи. Он никуда не денется. Он меня на каток сейчас посадит же. Насрать. Санчи любого. Я 120-го держу пока. Да! Всё. Дима, ты помнишь номер врача срочно? Там 112, да, вроде звонить? С мобильного. Боже, я это сделал! Если бы я сейчас не попал по этому бочату, это был бы снова проёб. Я проёб был бы. Ты смотри, блядь, как плохо. Без зрителей писали, что ты, скорее всего, кончил. Да, меня. Тебе срочно руки надо помыть, я тебе отвечаю. Сейчас вот я давление проверю. Там есть еще давление? Да, давление зашкаливает. Мать твою за ногу. Пошел, тонометром мерится. Он никуда не ходил, у него тонометр под рукой, ты представляешь? О, 5 или сколько там, 6 лет играет в танки, и у тонометр под рукой. Они с ним, без него не заходят в катки, я тебе отвечаю. Ребята. Хмель, ты как? Хмель. Эй, шкаф мой этот, блядь, убегает! Ёбан, ты застрял! Застрял! Нормально. Сука, не успел! Тумбочку поймали, тумбочку. Где там Хмельник? Действительно! Тропал, блядь! Просто, блядь! Они тебя не видят, нихуя! Я дал главную подсказку в начале того, как мы начали играть. Боже, блядь! Вы не пользуетесь! Слушай, у меня аж голова заболела так играть! Блять, они вокруг тебя 4 раза прошли мимо. Не, ну как же мы могли стульчика найти, ну? Кирилл, блять, читер, ёб тебя за ногу, так и знал, блять. Please come again. Так я не могу, ничего сделать. Тихо, тихо, не пальсь. Не пались, не пались. Не палюсь ни в коем случае. Чуть-чуть палюсь. Я ничего не делаю, ты понимаешь, это все само происходит. Ты немножко творишься, Кирилл. Вообще без палева стоит, чуваки. А знаешь, в чем прикол?
Где? ХП не хватит одного хантера, чтобы убить эту херню. Ааа, я не думал, что это будет. Ебать, ты мой машин! Ебать, ты мой машин! Вот это забаговал. Какой из них? А какой из них? Не понятно. Вот, читы. Промазал. Да с подствольника бахни, да и все. Это мразь еще троллит. Пиздец. Тима, осталось угадать, кто. Тима, возьми, отойди, подсольником пиздани. Давайте так сейчас не будем пользоваться этим прекрасным багом, правая, но это кнопка. Вообще зашквар. На автомате правая кнопка. Давай. Нихуя. Не попал. Ну все. Кирилл. Ну давай, давай уже. Уезжай. Да, он умер. Суисайд. Бля, вот Ромаха ты камеру-то закинул, а? Как самохил охуя делать? Правда? Кирилл, зажми. Кирилл, а, я понял. Кинь меня, лечилки. По-братски. Стас, сядь на камеру, посвети мне еще. Бля, ты попасть можешь, не? Посвети мне сразу. О, блядь, ты попал. Сейчас я стрельбу улучшу. А, чё, где? Ты внизу еще? Нет, сюда иди, наверху. Да, блядь, мы внизу были. Наверху. И? Я около тебя был. Господи, поднимись наверх. Да это мы внизу были, алло. Блядь, иди сюда, иди сюда. Второй этаж. Я знаю, иди сюда, наверх иди. Куда ты пошел? Ты у турели стоишь. Я у турели стою? Да. Нет. Ну, ты там стой, не переживай. Где ты только что был, поднимись туда, вот этот, в жилую комнату. Так. У меня к тебе много вопросов. Теперь же в спальню, иди сюда в спальню. Видишь меня? Нет. Видишь на столе фотографию? Около принтера. Так. А, тихо, делай. Вот это вот... Ты видишь? Вот это? Да. Да. Sexy and I know it, сука. Я так и не появился около тебя. А, ты стреляешь там с турели, я слышу. Какой с турели? Я около тебя стою. Ладно, неважно. Все в тлен. Я вот около тебя стою. Все, садись за машину, поехали. Валим отсюда. А, нет. Садись за вертолет, дай поржать. Как она отреагирует? Сел? Ты меня все еще не видишь, я думаю. Нет, нет. Просто интересно, как игра отреагирует. Полтергейст! Блядь! Игра сломалась, чувак! Слушай, у вертолета у тебя даже не крутится лопасти. Не надо. Блять, а как задание открыть? Магия, иди обратно в Хогвартс. Ладно, поехали куда-нибудь сюда. Понимаешь? Я просто уехал на вертолете, блядь.
В связи с тем, что лопасти не крутятся, мне кажется, мы едем. Ты не хочешь уйти с турели и сесть в вертолет? Хотя, мне кажется, что это уже не обязательная функция. А моему персонажу здесь не скучно, есть с кем общаться. Бля, у меня уже щеки просто, мускулатуру набили, ебать, капак.